27-й виборчий округ накрило хвилею чорного піару. Ранком п'ятниці Придніпровськ та житловий масив «Перемога-6» прокинулися обклеєними листівками. Зміст надрукованих творінь споплюжував честь та гідність кандидата в народні депутати Тетяни Ричкової. Провокаторів, які поширювали брудні листівки, помітили громадські активісти. Втім, затримати порушників не вдалося. Спритники встигли накивати п'ятами, залишивши по собі торбу із агітпродукцією. Ці листівки з 4-ї ранку двоє провокаторів розповсюджували на 27-му виборчому окрузі. За ними була встановлена слежка, в процесі один потерявся, а второго товариша, як при попытке уехать на таксі, ми заблокировали. Он бросил сумку, ну, убежал, как бы за ним ребята погнались, он перепрыгнул через забор, короче, не достали моего. На місце події активісти викликали поліцію. Правоохоронці зафіксували порушення. Кандидат в народні депутати Тетяна Ричкова у свою чергу наголошує, що не дозволить поплюжити світлу пам'ять про свого загиблого чоловіка. Який положив свою життя, щоб ми з вами жили в мирному місті. Я не дозволю поливати грязю свою сім'ю. Я призываю всіх кандидатів, давайте мірятися предвиборными программами, а не грязными технологиями. Потому что я смотрю, что какие-то полукриминальные личности из 90-х не жалеют денег для того, чтобы лишить наших избирателей права сделать взвешенный, осознанный выбор. Чорні технології вже не вперше застосовуються на цьому окрузі. Друзі та однодумці Тетяни переконані, якби опоненти не старалися, в них не вийде споплюжити криштальну репутацію Ричкової. Я бачив своїми очима і приймав участь в великому кількості процесів і дій, які робила Тетяна. Це цільова волонтерська допомога фронту, продумана. Це допомога бійцям і їх сім'ям. Це все адський титанічний труд. А также мы с Татьяной уже не первый год работаем над законопроектами. Это армейские законы. Анастасия Гречникова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу. І на продовження спілкування у прямому ефірі із гостею нашої студії, кандидатом в народні депутати по 27-му округу Тетяною Ричковою. Тетяна, здравствуйте. Ну, собственно говоря, вместе мы смотрели с вами этот сюжет. Да. День для вас достаточно эмоциональный, неприятный. Есть что добавить или пойдем дальше? Вы знаете, настолько это низко, что мне не хочется возвращаться опять к этим грязным технологиям. Это просто ужасно. Ну, давайте тогда поговорим о том меморандуме, который вы предлагали подписать, о честных, прозрачных и дружественных. Между Совершенно кандидатами верно. Выборах. Меня подтолкнуло на создание этого меморандума. Первое – это то, что зарегистрированы были клоны. По количеству зарегистрированных кандидатов наш округ не превышает все остальные округа, а вот по количеству клонов он превышает. У нас ограбили еще приемную, украли компьютеры, при этом не взяв другую оргтехнику. Поэтому я вышла с таким предложением подписать меморандум. Но люди... родом из 90-х, которые каждые выборы пытаются прийти к власти, используют все более и более грязные технологии, не подписывают мой меморандум. Люди, которые работают на олигархов, тоже не посчитали нужным подписать меморандум. И мне очень хотелось, чтобы пришла хотя бы одна Татьяна Ричкова и подписала данный меморандум, потому что штабов мы найти не смогли их. То есть так это и произошло? Так это и произошло. Я назвала этот меморандум имени себя самой. Ну вот то, что происходит на 27-м округе, это вас делает сильнее? Ну, вот вы окунаетесь в грязные технологии, понимаете, что вот большая политика, она... Я очень не хочу в них окунаться, но, к сожалению, я так поняла, что на честные выборы можно не рассчитывать. Я настолько насмотрелась боли, страданий и того, что никому не пожелаю на фронте, поэтому Бог им судья, я так скажу, и все им там зачтется. Давайте тогда поговорим о чем-то хорошем, о добром. Да, знаю, что недавно вы чистили свалку, садили цветы. Ну вот для будущего нардепа что это? Для будущего нардепа, не дело будущего нардепа убирать свалки. Но знаете, я хотела показать собственным примером, что не надо иметь какой-то админресурс или большие деньги, чтобы собрались жители двора, люди... небезразличные, которые помогли нам техника. Это был один всего лишь небольшой грузовик. И мы вместе собрались и разобрали многолетнюю свалку.
Таких свалок у нас 69 в городе. Мы должны быть в конце концов ответственными, учить своих детей не мусорить на улицах. Но не всегда это у людей получается, потому что у нас нет схемы мусорных, расположения мусорных баков в городе. И у нас нет графика вывоза мусора из частного сектора. Вот чем должен заниматься депутат Верховной Рады. Контролировать местную власть. Ну, на самом деле, конечно, первое – это законодательная инициатива должна быть. Вот давайте поговорим о тех наработках, которые у вас уже наверняка есть с вашей командой. Если вы придете в Верховную Раду, чем считаете, с чего надо начать, засучить рукава и чем, что двигать? Я общаюсь с людьми нашего города, с жителями. И у них те же самые проблемы, что и у моих родителей, что и у ваших родителей. Низкие пенсии, неубранные дворы, нет ремонта в подъездах. А самое ужасное, что я узнала, это о том, что у пенсионеров отбирают квартиру за коммунальные долги. И первый мой законопроект, который мы разработали с командой, это закон о наложении моратория на отчуждение имущества у малообеспеченных, социально незащищенных и у пенсионеров за коммунальные долги. Вот это то, за что я буду бороться в первую очередь в Верховной Раде. Мне очень нравится изречение «поздоровайся, пересчитай пальцы». Вот туда, куда вы идете, там точно надо будет считать пальцы, потому что, ну, знаете, террариум друзей. Да, и для этого бизнес-клуб, бизнес-клуб, я бы так сказала. Люди там по большей части приходят как в бизнес-клуб, решать свои собственные интересы. А вот зачем вам это интересы? Надо? Ответьте нашим телезрителям. Я отвечаю нашим телезрителям. Во-первых, я взяла большую ответственность. Я была волонтером в АТО, я была волонтером в Министерстве обороны, и было разработано огромное количество законопроектов. Два из законопроектов очень важных. Сейчас работают во всех государственных учреждениях, во всех ведомствах. Это тот законопроект, который был разработан вместе с Министерством экономики. Это «Прозора», который, я надеюсь, у нас будет в Горсовете работать с 1 августа. Нас смотрят ваши потенциальные избиратели. И вот если бы вы не были Татьяной Рычковой, а зрителям по ту сторону телевизора, и вот слушали бы потенциального кандидата, на ваш взгляд, почему нужно прийти проголосовать за Татьяну Рычкову? Вот убедите меня, как потенциального жителя Жовтневого района, прийти на выборы и проголосовать именно за вас. Потому что больше 2 лет назад я знала, зачем я иду помогать армии. Для того, чтобы мой ребенок, наши дети жили в мирном городе. И я тогда не принадлежала себе. Когда я пошла в Министерство обороны, я перестала еще себе принадлежать, работая в этом тяжелом оборонном ведомстве. Я давно не принадлежу себе. Я такой же человек, как и вы, с теми же самыми проблемами. Я не человек от олигархов, не человек от власти. И я считаю, что если не мы, то кто же придет и поменяет тех бизнес-олигархические структуры, существующие в Верховной Раде. Нам надо нормальные люди. Их там очень мало. Я была волонтером в АТО, волонтером в Министерстве обороны, волонтер города Днепропетровска и нашей страны. Вас поддержали достаточно знаковые люди в нашем регионе. Господин Рыженко, госпожа Губа, много очень тех, кто прошел через буремный Донбасс, иначе не скажешь. Чью поддержку вы еще ощущаете? Я ощущаю поддержку людей, с которыми общаюсь каждый день во дворах. Что ко мне подходят дети, ко мне подходят пенсионеры, ко мне подходят мои земляки. И я вижу, что они верят мне. И я знаю, что они сделают правильный выбор и проголосуют за того кандидата, которого посчитают достойным. Я считаю, что все эти грязные технологии не могут повлиять на наших сознательных граждан. Вас стали уже узнавать? Вот когда вы идете по городу, где-то да, узнают? Да. Вот что говорят вот, в первую очередь? Вот, первые, возможно, даже тактильные какие-то благодарят, ощущения? Обнимают. Очень приятно и спасибо им за поддержку, за понимание. Ну вот у вас есть возможность обратиться ко всем жителям Днепропетровщины, жителям Украины, которые нас смотрят в том числе и через интернет. Вот вы человек как позитивный, несмотря на то, что в жизни многое пришлось пройти. Дайте прогноз для Украины, что будет дальше и каким он будет. Я знаю, что меняются наши министерства,
Появляются там новые люди, новые министры. Появляются новые структуры, такие как у нас при министерстве, офис реформ. Туда приходят молодые инициативные патриоты. Я знаю, что у нас все будет хорошо, если мы все вместе будем работать на благо нашей страны. У нас все получится. Не могу не спросить, вот касаемо того, как вы показали пример, убирали свалку, садили цветы. Все-таки это не совсем работа народного депутата, этим он не должен заниматься. Но многие вот кандидаты вкручивают лампочки, там, ремонтируют лифты, потом кричат, вот приду и поборем всю коррупцию в коммунальной сфере. На ваш взгляд, что блеф, а что настоящее? Вы знаете, люди по 10 лет находятся у власти и сейчас даже находятся в органах местной власти. И меня всегда интересовал вопрос. Что же они делали до выборов? И почему они вспоминают о нас только когда приходят выборы? Это самый главный вопрос. Я не очень люблю много говорить. Обо мне говорят мои дела. Когда я пришла в Министерство обороны, мне просто поверили на слово. А потом начали уважать и прислушиваться к моему мнению, потому что я и моя команда доказали это на деле. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Хай вам Бог помагає у вашій справі. Ну, якщо опинитесь у місті Києві, не забувайте про Дніпро. Дякую. Спасибо. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була кандидат у народні депутати по 27 округу Тетяна Ричкова.